Попали мы на завтрак. Одну тарелку? На фуршет одну, я думаю, достаточно будет. Работает с 8:30 до 10:30. Я думаю, что я две возьму. Но сейчас уже 10:30. Но завтрак еще работает. Круассан тоже возьму. Платишь 2,50 евро за человека за завтрак и безлимитная еда. Мы, правда, приехали очень поздно, поэтому, конечно, уже очень мало осталось. Да, яичницу, все, короче, по чуть-чуть бери. И я хочу фасоль тоже попробовать. И грибы тоже. Короче, все по чуть-чуть бери. Что ты взял? Напитки оплачиваются отдельно. Безлимитный фуршет, платишь только 2,50 за человека. Но я так понимаю, что надо приезжать, конечно, пораньше, потому что выбор совсем другой с утра. Вареное яйцо будешь? Бекон бери побольше. Нет, вареное я не буду. И вот это тоже буду. Что? Это белок от яйца. А, нет, туда не буду. Садись. Набрали мы себе завтрак. Обязательно брать напитки. Мы взяли колу да, по 2 евро. 4,50 человека все равно. Да, где-то 4,50 человека завтрак. Завтрак без лимит. Сколько хочешь, столько и ешь. Выбор не очень большой, но с утра больше блюд и количество их. Я думаю, это вся раздача. Больше у них нет. Раздача вся, просто больше количества и меняются блюда. Что ты говоришь? Что понравилось? Мне все понравилось. С напитками обошелся завтрак 9 евро, евро по 4,50. 2,50 завтраки, берешь либо кофе. Можно было кофе за евро 50 взять. Либо воду. Ну, воду она не предлагала. Она предлагала сок, колу, там фан, ну такое. Вкусные колбаски. Очень вкусные драники. По-нашему драники, а у них, ну, картофель. А них, ну, как картофель, такие во фритюре. Очень вкусные. Мне сосиски понравились, Маше не понравились. Мне но не они просто с местными специями но и очень вкус... много сала. Очень вкусный бекон, вкусные картофельники. Ну, яичница как яичница. Яичница, колбаска, сырок, огурчики, помидорчики. В принципе, все ве бобы понравились и ну, грибы. Бобы как с банки, мне спасибо. Грибы не понравились, грибы соус вижу, был странный. Зайти вот так вот. Ну, плюс 5 евро пускай на человека. Плюс парковка 2 евро, так что да. Так, 5 евро и получается. Еще и десерт, круассан ну, с джемом. Есть вишневое, есть... И булочки с маслом. В принципе, отлично. Нам понравилось. Будем ехать дальше. Угу. А, забыли сказать. Кафе называется Twist. Бьет и Google карты, и дубльгиз, он его находит. То есть...